Привет, я Вика, и да, ты смотришь шоу «Академии порядочных парней». Вообще, мы заметили странную тенденцию. Все больше и больше ютуберов записывают свои песни и снимают на них клипы, превращая ютуб-арену почти в настоящий шоу-бизнес. Можно предположить, что тренд на моду задал самый популярный блогер СНГ Ивангай, у которого, кстати, совсем недавно прошел юбилей. На его канале появилась заветная цифра 10 миллионов подписчиков. Да, именно столько людей подписалось на блогера, что позволило ему побить все российские рекорды. Поэтому давайте сегодня вспомним 5 песен Ивангая и вспомним, с чего тогда начинал еще маленький школьник Иван Рудской. Музыкальная карьера Ивангая началась с песни «Задрота», которая освещала трудности школьников-геймеров, проводящих все свое свободное время за игрой в доту. Сам Ивангай вот так комментировал свое взросление за экраном монитора. «Я родился и вырос в маленьком селе, где еле насчитывается 300 жителей. Мой любящий папа мне самому первому в селе подключил интернет. Я до сих пор не знаю, как он это сделал. Интернет был медленный, но позволял мне играть в Lineage 2. Я буквально жил в игре 7 лет и ушел из реальной жизни. В школе я учился идеально, но друзей у меня не было. Я сидел на уроках и думал, когда же я уже вернусь в игровой мир. Там я, единственный 10-летний пацан, общался со взрослыми мужиками, у которых были семьи и работа. Именно тогда у меня началось создаваться взрослое видение мира, и я благодарен за это именно игре. Те городские парни просвещали меня, что интернет нужен не только, чтобы смотреть погоду и новости, и именно от них я и узнал про YouTube. Кто тебе видел смысл жить? Мне хотелось больше всех убить. Появилось, завались проблем. Но решил устроить Ахарлем. Дружище, но не в этом смысл жить. Хай-хай, с вами Ивангай! Это традиционное приветствие на канале Ивангая. Это то же самое, что добрейший вечерочек от Ферамира или факелики то от Янго. Ну вы поняли, в общем. Так почему же не записать песню «Хай-хай», что и сделал Ивангай совместно с электронщиком Тринерджи. Каждый день я просто хай-хай. Следующая песня, которой господин Рудской продолжил свое музыкальное творчество, называется «Делай по-своему», снятая при поддержке компьютерной компании Lenovo. По статистике под видео 1/10 всех оценок дизлайки. Это значит, что довольно-таки много зрителей не оценили по достоинству коллаборацию Ивана с китайской маркой. Чем это вызвано? Отвращением к музыкальным талантам видеоблогера или ненавистью к китайцам? Или просто тупо сама песня не очень понравилась? Напиши в комментарии, как думаешь ты, и стоит ли Ивангаю продолжать музыкальную карьеру. Кстати, несмотря на то, что «Делай по-своему» снято и срежиссировано профессионально, клип получал гораздо больше негативных оценок, чем предыдущие творения Ивана, которые он снял и смонтировал самостоятельно. Лично я считаю, что одной из самых удачных песен Ивангая была пародия на фараона. По этому клипу можно сделать вывод, что несмотря на то, что Ивангай имеет весьма невзрослую аудиторию, блогер сам признается, что его смотрит много детей. Сам-то мальчик уже давно вырос из подросткового возраста, поэтому неудивительно, что ему хочется иметь совсем другой успех. Например, как у фараона, который делает очень качественную музыку. Цитаты из этой пародии облетели уже весь интернет, а сам клип отстает от оригинала всего на 2 миллиона просмотров. Так что ставь лайк, если тоже 5 минут назад съел сосиску в тесте. Или с тобой частенько происходит ситуация, когда хочешь позвать друзей погулять, а они были в сети 5 минут назад. Ровно 5 минут назад.
Ну и на первом месте песни Ивангая, приуроченные к юбилею на его скромном каналчике. 10 миллионов подписчиков. Ивангай станет первым русскоязычным блогером, который получит бриллиантовую кнопку. Но вот, кстати, по непонятным причинам песня не то чтобы прям зашла и собрала всего 5 лямов просмотров, что для клипа в исполнении Вани не так много, как мне кажется. Лимон, 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 лимон. Вы видели меня, мои лимоны? Смотрите на меня, мои лимоны. Лимон, 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 лимон. Ну что ж, за Ивангая можно только порадоваться, что в свои 19 лет парень имеет огромную славу и любовь более 10 миллионов подписчиков. Его можно по-настоящему назвать героем нашего времени. Ставь лайк, если ты тоже так считаешь. Да вообще к нему можно относиться как угодно, но факт остается фактом. Это самый успешный парниша, который вырвался из глубинки и стал звездой. На этом все. Спасибо за просмотр. С вас лайк и подписка. С вами была Вика. Увидимся в следующих видео. Пока! Ребят, всемайки.ру — это сайт, где можно найти кучу классных вещей. К черту стандартные скучные шмотки. Создавай сам свой яркий и неповторимый образ. Футболки, толстовки, кружки, чехлы и многое другое. Закупайся к Новому году классными вещами и выбирай подарки близким. Огромный каталог принтов на сайте и возможность сделать свой уникальный дизайн. Удобный заказ через сайт или мобильное приложение. Качественные вещи и быстрая доставка. Кстати, для подписчиков нашего канала действует промокод Академи на скидку в 10%. Так что все подробности и ссылки мы оставим в описании.